Сегодня мы продолжим обсуждение того, что такое экономика и как с ней обращаться. Ну, давайте посмотрим вокруг, что попадает в наше поле зрения. Все, что попадает, является продуктом коллективного труда. Если от этих общих слов обратиться к технологиям, то выяснится, что ни одно современное предприятие не обладает самоценностью в том смысле, как обладало самоценностью, допустим, крестьянское хозяйство где-нибудь в XIII-XIV веке, когда все, что нужно было для семьи, за редчайшими исключениями, типа там кузнечных изделий и еще чего-нибудь, производилось в самой же семье. И это обстоятельство приводит нас к неизбежному выводу, что самоценностью того же качества, каким обладало в прошлом крестьянское хозяйство, ныне обладает макроэкономика государства в целом. Ну а в каких-то ситуациях самоценностью обладает даже не макроэкономика государства в целом, а то, что называется мировым хозяйством человечества, поскольку многие проекты, которые определяют качество нашей жизни, уже по своему характеру таковы, что не могут вместиться в масштабы национальной экономики, ну, особенно малых государств европейского типа, как Дания, Голландия. И это приводит к вопросу, а что делать с этим? Ну вот все мы в детстве когда-то слышали такую прибаутку. Сорока белобока кашку варила, деток кормила. И далее. Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала, потому что. Вот когда мы обсуждаем вопросы экономики со студентами, то выясняется, что психология дневников и заучников разная. Разная в каком смысле? Вот дневники, они эту прибаутку воспроизводят в том виде, в каком я сказал. А заучники, они ее выдают в более обстоятельном виде. И этому дала он воду носил, и этому дала он дрова колол, и этому дала он кашку эту самую принес, и так далее, и тому подобное. То есть психология дневников и заучников, она разная. Потому что дневники привыкли на всем готовом, и они воспринимают эту прибаутку только в аспекте конечного продукта, что вот кашка есть, кому-то дали, кому-то не дали. А почему и как это не объясняется? А заучники, которые уже чего-то попробовали в жизни, они воспринимают получение конечного продукта, в общем-то, как некий организационно-технологический процесс. И, в общем, получается, что эта детская прибаутка, она фактически о том, что называется межотраслевые балансы и межрегиональные балансы продукта обмена и финансового обмена. Ну, вот в прошлый раз мы говорили, что рынок сам по себе ничего не регулирует, что в режиме, когда он предоставлен самому себе, ничего, кроме разрухи и экологического кризиса, не получается, что возникают социальные проблемы. Ну а решение всех и социальных, и экологических проблем – оно требует некоего экономического обеспечения.
если самоценностью обладает макроэкономическая система в целом, то возникает вопрос о том, как ею управлять. Ну а если управлять, то это вопрос о том, как моделировать ее многовариантное развитие и как решать задачу об устойчивости в смысле предсказуемости. Хотим мы того или нет, но развитие нашей культуры таково, что балансовые модели – это единственные модели, которые строятся на основе собственных характеристик макроэкономических систем. Все другие модели строятся на основе вторичных и третичных оценок собственных параметров макроэкономических систем, и далеко не во всех теориях эти оценки состоятельны и в аспекте метрологии, и в аспекте алгоритмики их построения, и главное, в аспекте управленческой востребованности при постановке и решении реальных задач об экономическом обеспечении общественного развития. Ну, в советские времена, кто помнит, кто изучал политэкономию социализма, те должны помнить, что были экономические законы социализма, один из которых гласил, что целью производства является удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей, а второй закон гласил о том, что социалистическая экономика развивается на основе планового начала в соответствии с законом пропорционального и планомерного развития народного хозяйства. Но это вот были просто слова, которые не вызывали у большинства студентов и читателей книг по политэкономии и социализму никаких образных представлений. И это, в общем-то, была одна из причин, которая позволила в годы перестройки очень лихо перейти к либерально-рыночно-экономической модели без каких-либо возражений со стороны остального общества. Ну а если говорить о том, что макроэкономика действительно вот обладает самоценностью как система, как минимум в пределах одного государства, а как максимум в пределах континента или мирового хозяйства в целом, то получается так, что надо формировать некие образные представления об этом. Давайте еще повторим. Ну вот, эти законы политэкономии и социализма, которые были на словах о том, что цель производства – это удовлетворение общественных потребностей, и второй закон планомерного и пропорционального развития народного хозяйства, они не вызывали никаких образных представлений у тех, кто сталкивался с политэкономией и социализмом. И это одна из причин, которая позволила, в общем-то, без особого сопротивления перейти к либерально-рыночной экономической модели со всеми негативными последствиями, которые этот процесс повлек. Тем, кто считает, что сам переход – это уже прогресс, возвращение России к общецивилизационному пути развития, тем можно сказать, что экономика характеризуется не эпитетами «рыночная» либо «плановая». Экономика характеризуется объемами производства
экспорта и импорта в расчете на душу населения и потребление тех или иных продуктов как в домашних хозяйствах, так и в государственной политике. Потому что государственная политика, она тоже требует экономического обеспечения. Ну а если не либерально-рыночная модель, а мы признаем, что самоценностью обладает макроэкономическая система, как минимум государство, а как максимум хозяйство человечества в целом, то встает вопрос о том, как это описывать и как анализировать процессы, которые там происходят. И следствие из этого таково, что сейчас никто не вправе говорить об экономике, если он не в состоянии расписать уравнение межотраслевых балансов, межрегиональных балансов, не в состоянии обеспечить метрологическую состоятельность балансовых моделей любого назначения, любых видов, и не в состоянии управленчески грамотно интерпретировать те балансовые модели, которыми он пользуется. Но если вот с такими критериями подходить контингенту, который заседает в Думе, в правительстве, в администрациях регионов страны, то мы вынуждены будем признать, что экономика находится во власти заведомо некомпетентных людей. Потому что когда с уровня помощника президента произносят слова типа «экономика как женщина, разве ее поймешь?» либо «экономистов придумали для того, чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики», то вы понимаете, что никто не пойдет к хирургу, который заявит, что анатомия человека, разве ее поймешь? Или что врачей придумали для того, чтобы на их фоне кто-то выглядел хорошо. Но тем не менее, мы живем под властью таких. И проблема в том, что альтернативного управленческого корпуса взять неоткуда. Общество должно его вырастить само. А для того, чтобы он вырос, надо вот обратиться к тому, что из себя представляют балансовые модели. Причем вы понимаете, что характер вот наших семинаров, объем времени, объем трудозатрат, необходимых для построения балансовых моделей, которыми можно практически пользоваться в реальном государственном управлении, это все выходит за пределы семинара. Мы можем говорить только о построении, принципах построения, об обеспечении метрологической состоятельности и о том, как всем этим можно в принципе пользоваться при решении задач государственного макроэкономического управления. Поэтому вот начнем. Вот первая картинка. N – это число отраслей, которых мы можем выделить в макроэкономической системе. Причем не просто число формальных отраслей, а число технологий, на которых основано реальное производство. Если мы рассматриваем какой-то интервал времени, то мы можем сказать, что за это время каждая технологически своеобразная отрасль, которых у нас N, выпустила X и Y объем продукции. Это вот исходное положение, из которого разворачивается все. Дальше возникает вопрос о том,
куда эта продукция подевалась. Если мы зададимся вопросом, куда она подевалась, то после x-итого мы ставим знак равенства. Дальше у нас выясняется, что некоторая доля этого x-итого потреблена первой отраслью, некоторая доля второй, и в результате этого мы получаем вот такое распределение отраслевого выпуска продукции среди всех других отраслей, которые что-то производили. И кроме этого у нас остается некий остаток F. Ну почему F от латинского или английского слова final, конечный, конечный продукт? Ну понятно, что все коэффициентики альфа с первого по n меньше единицы, и их сумма тоже меньше единицы в общем случае, ну по крайней мере не больше единицы в случае, если финальный конечный продукт равен нулю. Но такая структура, что она означает? Она означает, что весь отраслевой выпуск делится на две категории. Производственное потребление. Это то, что потребляется всеми прочими отраслями, кроме той, которую мы рассматриваем. И конечный продукт, к которому относится то, что произведено, но не потреблено отраслями, будет потреблено в будущем. То, что потребляется домашними хозяйствами и, собственно, ради чего ведется производство. И то, что идет на обеспечение политики государства. Ну, если говорить о конкретных примерах. Ну, допустим, мы рассматриваем угледобывающую отрасль. Куда девается уголь? Первый потребитель – коксохимия. Второй потребитель – некоторое количество электростанций, которые работают на угле. Дальше какие-то отрасли химической промышленности тоже потребляют. Ну и некоторое количество угля идет на продажу населения, поскольку в некоторых районах отопление в ряде случаев печное, и семьи, домашние хозяйства ведут быт свой на основе угля. То есть это вот соответствует даже таких, казалось бы, невостребованных непосредственно в быту отраслей, как вот угледобывающая промышленность. Если мы обратимся ко всем отраслям, к любой, то мы сможем построить вот примерно такую же структуру. Причем я хочу подчеркнуть, что мы сейчас не задаемся вопросом о том, сколько технологий реально в народном хозяйстве используется. Потому что вот при таком подходе, если один и тот же продукт производится на основе разных технологий, это для каждой технологии своя отрасль. Потому что каждая технология востребует определенные продукты в определенных количествах. Здесь тогда встает вопрос, а в каких количествах каждая из отраслей участников технологического процесса востребует продукцию других отраслей? Ну, предположим, мы имеем дело с производством колбасы. И отрасль, которая производит колбасу, желает произвести 50 тысяч тонн колбасы. Сколько ей надо мяса, специй, соли, воды, материала для оболочек? Какие есть мнения? Ответы простые. Есть рецепт. И там прописаны все пропорции, сколько чего надо.
И это позволяет сделать вывод, что объемы закупок любой отраслью продукции всех других отраслей обусловлены ее технологическим процессом, который задает пропорции востребованности других продуктов в расчете на единицу учета собственного продукта и объемом собственного производства этой отрасли. Это обстоятельство позволяет нам каждый элемент предшествующий альфа, житое, икс, итое представить вот в таком виде, где коэффициенты а, итое, житое определяют именно количество востребованности продукции отрасли и для производства единицы продукции отрасли G. Ну и такое вот равенство позволяет нам прежние уравнения преобразовать вот к такому вот виду. Ну, с точки зрения математики, это что? Система линейных алгебраических уравнений, в которые неизвестные входят исключительно в первой степени. Ну и сколько таких уравнений? Ну, по числу технологий, которые используются в макроэкономической системе. Ну, это вот исходный вид уравнений, в которых уже присутствуют технологии. Ну, а работать с этими уравнениями уже можно после того, как все перенесено из правой части в левую. Тогда у нас получается вот уравнение вот такой вот структуры. Единица минус а, итая, итая – это члены, которые стоят на диагонали системы линейных уравнений. И все остальные члены вот такие вот. А в правой части у нас остается конечный продукт для каждой отрасли f и t. Если записывать в матричном виде, то все еще проще. Вот так. Е – это единичная матрица, квадратная матрица, на главной диагонали которой стоят единицы, на выше и ниже главной диагонали – нули. Уравнения этого типа позволяют ответить на вопрос. Если мы хотим получить конечный продукт вот в таком количестве для каждой отрасли, и совокупности отраслей, в данном случае это вектора X и F. Технологии нам известны и описываются матрицей А, то какие должны быть валовые мощности каждой отрасли, которую мы используем в производстве конечного продукта. И тут у нас встает первый вопрос. А как определить обоснованно F, конечный продукт? И вообще, какая его структура? Кроме того, у нас возникнет еще один вопрос, что если мы используем несколько тысяч разных технологий в макроэкономической системе, то мы замучаемся собирать информацию об этой макроэкономической системе. И кроме того, не исключено, что к тому моменту, когда мы соберем информацию, позволяющую описать эту макроэкономическую систему, она уже изменится настолько, что прежнее описание будет неадекватно и вследствие этого не обеспечит нам качество моделирования и
соответственно, решение задачи об устойчивости в смысле предсказуемости, что необходимо для планирования. Причем я еще хочу обратить внимание, когда вот мы начинали вывод уравнений межотраслевого баланса, то мы анализировали продукты обмена в натуральном учете. Поэтому то, что мы привычно называем, допустим, сельским хозяйством, при натуральном учете это совокупность технологически специализированных отраслей. В каком смысле? Растениеводство. Это даже не одно растениеводство, а потому что производство гречки – это одна технология, производство пшеницы – это другая технология, риса – третья, производство трав и сена для корма скота – это другие технологии. Ну и что тогда делать? Есть вариант перехода к стоимостной форме учета. И когда мы совершаем переход к стоимостной форме учета, то отрасли мы можем уже слить и ориентироваться не на технологии как таковые, а на структуру конечного продукта, в смысле, каким целям, какое назначение эти компоненты имеют. Существуют алгоритмы агрегирования. То есть перехода от моделей большей размерности к моделям меньшей размерности, которые позволяют математически корректно слить воедино несколько отраслей. И это позволяет уменьшить размерность задачи. И кроме того, при таком подходе мы можем описать макроэкономическую систему тем количеством переменных, с которыми в состоянии управиться и наша вычислительная техника, и система сбора и обработки первичной информации, которая описывается макроэкономикой. Что для этого надо? Ну, в каждый момент времени на рынке есть определенные цены, и если мы знаем объемы производства в натуральном виде, мы можем умножить их на цены и получить уравнение в стоимостной форме. Что касается технологических коэффициентов, коэффициентов прямых затрат вот этих вот самых компонент матрицы А, то они тоже изменят размерность, потому что если так вот у нас надо было, они имели размерность количества продукции отрасли G, необходимые для производства единицы продукции отрасли И, то теперь у нас будет иначе. Рубль или доллар, количество в стоимостном выражении продукции одной отрасли, необходимой для получения рубля или доллара стоимости продукции, производимой другой отрасли. Но что тут принципиально важно? У нас изменятся коэффициенты в матрице А, изменится размерность векторов X и F, но структура задачи останется прежней. То есть, если нет принципиальных оговорок о том, в натуральном виде учет продукции, либо в стоимостном виде, то структура задачи остается прежней. И все математические методы работы с этими моделями, они остаются прежними. Но если мы в стоимостном учете имеем дело с макроэкономической системой, то перед нами сразу встает вопрос об обеспечении метрологической состоятельности.
причем об обеспечении метрологической состоятельности не каких-то отдельных цен и ценовых показателей, а об обеспечении метрологической состоятельности кредитно-финансовой системы в целом. Этот вопрос мы сегодня трогать не будем, потому что мы сейчас говорим только вот о моделях и о том, как и откуда они получаются. Дальше. После того, как мы перешли к стоимостной форме учета, аналогом вот тех уравнений является эта таблица. Эта таблица разделена на три блока. Блок А. Это аналог матрицы. В нем коэффициенты прямых затрат с размерностью количества продукции, производимой одной отраслью в стоимостном выражении, необходимым для производства единицы учета продукции другой отрасли в стоимостном выражении. Этот блок А характеризует структуру, которую мы избрали для описания народного хозяйства. То есть ошибки могут быть на уровне задания перечня отраслей, для которых мы строим балансовую модель. Если мы ошибаемся в структуре, то мы можем потом получить нехорошую модель, которая будет неадекватно отражать продуктообмен и соответствие продуктообмена целям производства. Потому что алгоритмы агрегирования, они в принципе позволяют объединить в одну отрасль и чугунолитейное производство, и сельское хозяйство. Поэтому таких глупостей, чисто формальных, их быть не должно при построении структуры отрасли. Но тем не менее, вот блок А описывает у нас структуру производства и технологии, на основе которых работает макроэкономическая система. Что из себя представляет блок Б? В него сведены валовые мощности отраслей, колонка иксов от первого до n-го, и полезные отдачи. Столбец F от первого до N. Ну а теперь вот если мы идем вдоль строки, которая характеризует отрасль, вот что нам дает строка? Что? Если строка характеризует распределение продукции производимой отрасли в натуральном учете, то в стоимостном учете строка дает нам структуру доходов этой отрасли от продажи производимой ею продукции. Ну а если мы обратимся к столбцу, то каждый столбец – это структура потребления избранной нами отрасли продукции, производимой всеми другими отраслями. То есть это структура расходов, технологически обусловленных расходов. И вот когда мы идем по столбцу вниз, мы в конце концов доходим до последней отрасли. И тут перед нами встает вопрос, а реально это все наши расходы, либо не все? Ну и реальность такова, что в пределах блока А это только оплата поставок наших контрагентов. Ну, кроме этого, что еще есть? Оплата труда персонала, амортизационные отчисления, платежи всяких страховых взносов, чего-то по кредиту платим и получаем,
Соответственно, если кредит попадает вот сюда, в структуру расходов, то либо плюс, либо минус перед суммами стоит. Дальше встают налоги, дотации, как отрицательные налоги, субсидии, тоже как отрицательные налоги. Ну, и в результате вот того, что мы рассматриваем реальную структуру расходов отраслей, мы получаем еще один блок, блок В. Вот в этой таблице он представлен одной строчкой. Ну, просто в целях того, чтобы дать вот общее представление, поскольку детализация блока В, разбиение его на некоторое количество строк, каждый из которых обладает определенным функциональным назначением, это как раз вот одна из тайн макроэкономического управления. Ну а дальше может встать вопрос. Вот все называется балансовыми моделями. А почему? Потому что если мы обратимся к строкам и столбцам блоков В и блока Б, то появится вот такое вот соотношение. Если мы описываем экономическое прошлое на каком-то интервале времени, то вот это вот соотношение, оно обязано выполняться. То есть стоимость конечного продукта равна стоимости совокупной всех столбцов блока В. Блок В традиционно имеет название добавленная стоимость либо факторные издержки. Что вот это вот равенство, в котором, в общем-то, и выражается баланс, означает? Ну, фактически оно означает, что структура конечного продукта некоторым образом должна соответствовать структуре факторных издержек или добавленной стоимости. То есть, вот если мы рисуем вот такое вот, это вот мы представили строку блока В, блока В, как некоторую совокупность строк. То есть вот на этом листочке просто более детально представлена структура блока В. Ну и дальше возникает вопрос, а исходя из каких соображений мы можем вот так расписать структуру блока В? В общем, если задаваться вопросом об управлении макроэкономической системой, то какие требования мы можем предъявлять к ней? Ну, во-первых, это система с плохо определенной структурой, которая меняется в процессе управления. В каком смысле плохо определенной? Одни предприятия могут исчезать, другие предприятия могут возникать. Количество предприятий в каждой отрасли, оно, в общем-то, варьируется. Чем это может быть вызвано? Ну, какие-то предприятия не выдерживают конкуренции, и тот объем продукции, который они производили,
начинают производить более технологически успешные предприятия, чья продукция либо действительно лучше отвечает общественным потребностям, либо которые лучше смогли реализовать рекламу и обеспечить продвижение на рынок подчас и худшей продукции, нежели продукция конкурентов, но тем не менее выдавили конкурентов. Вторая сторона вопроса состоит в том, что, в общем-то, либерально-рыночная экономическая модель, вот если говорить об этой структуре, она не определяет ее. Там царит, нельзя сказать, что это свобода, но, в общем, есть некое законодательство, согласно которому вы обязаны платить зарплату персоналу, обязаны платить налоги. Дальше что-то регламентируется в аспекте кредитов и что-то регламентируется в аспекте страховки. Все остальное – это произвол в чистом виде того или иного частного предпринимателя. К чему это ведет? Но это как раз и ведет к тому, что в традиционной экономической теории называется провалами рынка. Потому что если вы хотите, чтобы общество развивалось, вы должны обеспечить определенную структуру вектора F. Для того, чтобы это было продано, соответственно, самоокупаемо, должны быть источники финансирования. А источники финансирования, они где? Они реально вот здесь, в блоке В. И вот получается так, что в зависимости от того, как государство строит обязательную для всех субъектов, действующих в его макроэкономике, структуру функционально обусловленных расходов в блоке В, такое качество жизни это государство и получает. Ну вот если смотреть опять же на макроэкономическую систему и на предприятие, которое работает не где-то там на Луне, изолированно от всего остального, а работает в этой макроэкономической системе. Вот что требуется для того, чтобы экономическая система функционировала устойчиво? Ну, статистика банкротств не должна быть выше некоего критического уровня. И, соответственно, все, что не попадает в статистику банкротств, оно должно устойчиво функционировать. А для того, чтобы оно устойчиво функционировало, какие расходы должно нести предприятие? Ну, первое, оно должно быть способно оплачивать свою текущую деятельность. И что бы кто ни говорил, вот экономическая реальность такова, что объемы деятельности любой, они выражаются не в доходах, которые эта деятельность приносит. Объемы деятельности выражаются в расходах на эту деятельность при определенном прейскуранте. И, соответственно, получается так, что предприятие должно быть способно оплачивать текущую деятельность, то есть все поставки, которые обеспечивают его контрагенты, плюс текущая зарплата персонала. Первый уровень расходов, который должен быть обеспечен, это расходы на текущую деятельность. Что кроме этого требуется? Предприятие работает. Промышленное оборудование, капитальные сооружения,
стареют, исчерпывают свой технологический ресурс. И спустя какое-то время они потребуют замены на новые. Соответственно, то, что называется амортизационные отчисления, это тоже необходимый элемент в структуре расходов предприятия. Что дальше? Дальше получается так, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Но научно-технический прогресс надо некоторым образом тоже оплачивать. И разница только в том, что, допустим, крупные корпорации, такие как Boeing, General Motors, изрядную долю научно-технического прогресса, связанного с производством их продукции, осуществляют в пределах своих подразделений. Это тоже сопровождается и затратами продукции, то есть натуральный учет чего и как, и требует определенных отчислений. Но другие предприятия могут не иметь возможности вести научно-технический прогресс обстоятельно в пределах своих структур. Но это не значит, что они не могут создавать каких-то фондов, из которых они будут оплачивать научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы в своих интересах, осуществляемые какими-то другими организациями. Может быть, они могут это делать единолично, в смысле юридического лица. Могут создавать какие-то отраслевые фонды по интересам и оплачивать научно-исследовательские работы из них. Ну, предположим, что мы не считаем нужным в структуру функционально обусловленных расходов предприятий вносить вот эту строку. Что будет в масштабах макроэкономической системы? В масштабах макроэкономической системы мы получим практически полную остановку того, что называется научно-технический прогресс. Потому что его смогут вести только действительно крупные предприятия, корпорации по масштабам, сопоставимые с Boeing, General Motors, которые, ну, чуть ли не единолично контролируют целую отрасль. Ну а если мы хотим научно-технического прогресса, организационного и технологического развития макроэкономической системы, повышения качества жизни общества, то эта строка все равно является обязательной. Дальше что? Дальше возникают такие вопросы, как социальная ответственность бизнеса. Ну вот слова эти произносятся. А в чем реально социальная ответственность бизнеса должна выражаться? Ну вот давайте посмотрим в прошлое. Жили мужики в деревне, рядом овраг, овраг мешает, транспортные пути перерезаны, чего делать? Собрались, построили мост сами, либо позвали артель, которая построила мост через этот овраг. Что мужикам для этого требуется? Лес в соседнем лесу, строительный. Свободное время. Либо какая-то там относительно небольшая сумма для того, чтобы обеспечить оплату труда этой артели. Ну вот прошло 100 лет. Тут лес, из которого был построен мост, сгнил. Но мост-то мужикам в новом деревне все равно нужен.
чего, как это делается сейчас. Идем в районную администрацию, пишем письмо в ту же администрацию. Вот у нас тут транспортная заковыка. Мост был построен 150 лет тому назад, сгнил теперь никак. Районная администрация что делает? Она пишет ответ, что бюджетом на этот год средств не предусмотрено, выделить не можем. Вот реальность такова, что социальная ответственность бизнеса, который сидит в каком-то регионе, она должна заключаться в том, что если бизнес считает, что для его развития надо вот построить мост, то нам нужна строка «Социальная ответственность бизнеса», в которую бы каждое предприятие могло бы слить какую-то долю своих расходов и, не обращаясь к районной администрации или на федеральный уровень, к царю-батюшке, что вот нам надо просто решить эту проблему тут на месте, используя свои производственные мощности, свои финансовые ресурсы. Как это может быть сделано? Ну, в конце концов, можно создать какой-то фонд, в куда перечислить, назначить управляющего этим фондом, и этот фонд проконтролирует и организует соответствующие работы. То есть это обеспечивает и социальную ответственность бизнеса и динамичность решения тех проблем, с которыми сталкивается и население, и все, и бизнес в регионе. Дальше возникает такая вещь, как социалка. То есть реально такие отрасли, как вот все внешкольное времяпрепровождение детей, в либерально-рыночной экономической модели оно не может быть массовым на основе оплаты из доходов родителей. Почему? Потому что либерально-рыночная экономическая модель немедленно взвинтит цены на продукты питания, одежду, еще что-то, в результате чего в семье не останется свободных средств для того, чтобы дети ходили в музыкальные школы, какие-то кружки технического творчества, еще чего-то. Реальность такова, что некая социалка, детские сады, помощь школам и все такое прочее, они тоже должны быть прописаны вот здесь, в структуре функционально обусловленных расходов. Ну вот все то, что было названо выше, оно касается нормального функционирования макроэкономической системы и социальной системы в целом. Ну а всегда ли у нас все происходит нормально? Реальность такова, что далеко не всегда. Если происходят какие-то стихийные бедствия, технические происшествия, то это ведет не только к срыву бизнес-планов текущих, но это ведет к необходимости компенсировать ущерб. Соответственно, некие выплаты в страховые фонды, как в пределах предприятия, так и в какие-то коллективные страховые фонды, это тоже необходимость, потому что иначе в случае каких-либо досадных происшествий система сталкивается с тем, что невозможно своевременно организовать работы по компенсации и преодолению последствий какого-то происшествия.
Дальше, понимаете, вот роль кредита. Вот если мы рассматриваем макроэкономическую систему в целом и процессы продукта обмена в ней, то кредит – это своего рода некая эластичная проставка между спектром предложения продукции и сложившимся на данный момент платежеспособным спросом. Вот спектр предложения продукции, то есть цены и объемы производства и платежеспособный спрос, они могут в данный момент, в каждый данный момент, взаимно не соответствовать друг другу. Но, тем не менее, потенциальный покупатель надеется в будущем получить доходы, которые бы позволят ему компенсировать задолженность, которая возникнет сейчас, если он купит что-то. Поэтому кредит, вот если мы рассматриваем макроэкономическую систему в целом, он является не более чем ускорителем продукта обмена. Ну а поскольку в оценке качества управления большинства систем входит быстродействие, то кредит необходим именно как ускоритель, повышающий быстродействие системы и качество управления. Причем я не говорю сейчас о ставках судного процента по кредиту. Это все отдельная тема. Но, в общем-то, структура функционально обусловленных расходов должна включать и кредитование. Получение кредитных суд – это расходы со знаком минус, выплата, погашение кредитной задолженности – это нормальные расходы. И вот все вот это вот обеспечивает нам функционирование предприятия как такового и решение некоторых, ну, социальных проблем, связанных с этим предприятием и регионом. Дальше возникает вопрос о роли государства. В либерально-рыночной экономической модели государство – один из участников рынка. И не более того. От прочих участников рынка государство отличается одним. Оно легитимно юридически в аспекте рэкета. То есть сбор налогов – это фактически государственный рэкет. Разницы между криминальным и государственным рэкетом в этом смысле нету. Но криминальный рэкет решает свои какие-то задачи на основе поборов. Государство претендует на то, что оно выражает интересы общества, и, соответственно, оно тоже должно оплачивать свою деятельность по обеспечению этих интересов из каких-то источников. Таких источников два – эмиссия средств платежа и налогообложение. Вот если говорить о налогообложении, вот давайте опять посмотрим на структуру вот этого года. В принципе, возможно две системы налогообложения. Мы облагаем налогами только юридических лиц. Один вариант. Второй вариант. Мы облагаем налогами и юридических лиц, и физических лиц. Какой вариант предпочтительнее на уровне макроэкономики? Если исходить из того, что мы все-таки заинтересованы в рациональном использовании трудовых ресурсов, представляете, вот в стране, где 100 с лишним миллионом взрослого экономически активного населения, на каждого надо вести налоговое дело. Плюс к этому несколько десятков тысяч юридических лиц, которые ведут хозяйственные дела.
заняты хозяйством и какой-то финансовой деятельностью. В общем, мы получаем систему, в которой неоправданно много народа занимается просто ерундой. Занимаясь вот именно учетом физических лиц как налога. Для чего это в либерально-рыночной экономической модели надо? Понимаете, в либерально-рыночной экономической модели, хотя это и не соответствует действительности, самоценностью обладает частное предприятие. Это один момент. И частное предприятие тем более эффективно, чем ниже себестоимость его продукции. Если мы потрошим структуру функционально обусловленных расходов в блоке В, то мы, во-первых, снижаем факторные издержки, которые представлены в блоке В непосредственно. А кроме всего прочего, за счет снижения себестоимости через систему межотраслевых связей для других отраслей, мы снижаем и оплату текущей деятельности. Но что мы имеем взамен? Мы имеем то, что называется провалы рынка. Вся экология – это издержки, вся социалка – это издержки. Если социалка – издержки, последствия какие? Рост подростковой преступности. И мы получаем еще большие издержки, только не на уровне частного предприятия, а на уровне необходимости поддерживать юридическую систему государства, правоохранительные органы, тюрьмы и все прочее. Понимаете, вне зависимости от всего, общество так или иначе платит. Но вопрос в том, за что оно платит. Либо оно платит за пионерские лагеря тут, сохраняя строку «социалка» функционально обусловленных расходов. Либо оно платит через налоги на подавление преступности, которая не может быть подавлена никогда, если она генерируется. Поэтому, если говорить вот об этой стороне вопроса, то налогообложение исключительно юридических лиц при предоставлении физических лиц самим себе без какого-либо налогообложения вот на уровне макроэкономической системы, оно предпочтительнее, поскольку оно высвобождает и трудовые ресурсы, которые заняты в налоговых органах, на что-нибудь полезное, и высвобождает мощности систем обработки и пересылки информации, которые сейчас используются налоговой системой неведомо для чего. В общем-то, без какой-либо пользы. Ну, а дальше есть еще одно обстоятельство, связанное с межотраслевыми балансами и макроэкономической системой в целом. Сегодня мы не будем говорить о математике, связанной с этим, а просто вот отметим, что на уровне макроэкономики цена на любой вид продукции играет одну единственную управленческую роль. Она является ограничителем запросов на потребление при сложившемся платежеспособном спросе, то есть распределении доходов и накоплений среди участников рынка. Качество жизни общества требует определенного спектра потребления не в среднем в обществе, а конкретно в каждой семье. И если какой-то продукции сейчас не хватает, то рост качества жизни общества – это рост объемов производства и предложения этой продукции.
Но если происходит рост объемов предложения определенного вида продукции, как реагирует на это рынок? Снижением цен. А нам ведь требуется самоокупаемость предприятий. Причем она требуется нам в двух вариантах. Ну, в пределах государственного сектора, где номенклатура, выпускаемая предприятиями продукции, определяется государством. Это просто функции учета в финансовом выражении. А вне государственного сектора, где предприятия работают на принципах предпринимательской инициативы, это вопросы организации бесструктурного управления. То есть вы должны обеспечить самоуправление предприятия так, чтобы оно, производя общественно полезную продукцию, было рентабельным с приемлемым уровнем и могло функционировать как самостоятельное предприятие на рыночных принципах. Ну а если цена падает ниже уровня рентабельности, причем рентабельность в данном случае подразумевает способность предприятия осуществлять все вот названные выше функционально обусловленные расходы. То есть текущая деятельность, амортизационное развитие самого себя, социалка, ответственность бизнеса и так далее, то что будет? В общем, подрезая свои функционально обусловленные расходы вот этих более высоких приоритетов, предприятие не в состоянии выполнять какие-то функции либо производственного характера, либо соучастия в жизни общества. И в результате общество терпит ущерб. Поэтому мы оказываемся перед необходимостью построения не только налогового механизма, а механизма распределение налогов, дотаций и субсидий. В чем разница между дотациями и субсидиями? Вот давайте определимся. Дотации – это то, что мы платим производителю продукции определенных видов. А субсидии – это то, что мы платим потребителям определенных видов продукции. Дотации и субсидии – имеют управленческое назначение защитить макроэкономическую систему в определенном режиме ее функционирования от того, что называется провалы рынка. То есть они на уровне макроэкономики функционально целесообразны. Они должны управлять порогами рентабельности предприятий в отраслях и регионах так, чтобы обеспечивать необходимый нам отраслевой выпуск соответствующих предприятий. То есть это не милостыня, которую платят предприятиям или кому-то за что. Это компенсация и профилактирование провалов рынка. Причем двумя способами. Потому что в каких-то ситуациях вы можете платить производителям определенных видов продукции для того, чтобы поддерживать цены, ну, такие, какие вот они сложились в рынке реально, но обеспечить при этом рентабельность предприятия, которое позволяет ему вести полноценную технологическую деятельность и соучаствовать в жизни общества, обеспечивая через разные фонды и приемлемый уровень жизни персонала, и социальную ответственность бизнеса, и все такое прочее.
Ну, а в каких-то других вариантах вы можете обнаружить, что датирование, оно не нужно, потому что рентабельность и так на уровне. Но цены на продукцию такие, что тем, кому она действительно необходима, она неподъемна. В этом случае вы можете субсидировать потребителей определенных видов продукции. Что может быть источником дотации и субсидий? Ну, только налогообложение. Причем, если говорить вот о финансовой системе государства в целом, то это, в общем-то, замкнутая система. В каком смысле? Есть правила конвертирования вашей валюты в валюту других государств. То есть вы этот обмен как государство контролируете. Вы контролируете эмиссию, вследствие чего объем денежной массы у вас тоже известен. А дальше происходит только перераспределение вот этого объема денежной массы между участниками рынка. И если где-то денег не хватает для того, чтобы осуществлялась необходимая вам деятельность, то это значит, что где-то есть сверхприбыли, которые не могут быть реализованы с пользой для общества. Почему не могут быть реализованы? Ну, потому что если какая-то отрасль имеет сверхприбыли, то спрос-то на ее продукцию обусловлен мощностями всех остальных отраслей и платежеспособным спросом общества на конечную продукцию. Соответственно, те сверхприбыли, которые есть, либо отрасль сама должна инвестировать в какие-то другие отрасли, либо если она пытается создать себе монопольные потребительские блага или для своего персонала, то это можно обрезать без вреда для общества, а с пользой для общества. Вот такой подход, он противоречит частно-собственническому миропониманию и либерально-рыночной модели, где ценностью обладает какая-то сумма денег. Вот при таком подходе ценностью обладает не какая-то сумма денег, а кредитно-финансовая система государства в целом, которая является инструментом макроэкономического управления. Поэтому если в либерально-рыночной экономической модели дотации и субсидии – это криминал, от которого надо избавиться, то в данном подходе дотации и субсидии – это необходимое средство управления. Другое дело, что любым средством управления можно пользоваться либо некомпетентно, и тогда оно не будет приносить желаемой отдачи, либо вредительски, то есть целенаправленно нарушая те принципы, которые ведут ко благу. Но и то, и другое не может быть мотиватором для отказа и от дотации, и от субсидий, как именно инструментов макроэкономического управления. Ну а дальше вот мы опять вернемся вот к этой вот картинке. Это вот баланс между F и добавленной стоимостью. То есть баланс между полезной отдачей системы и факторными издержками, так называемыми. Ну а если мы будем вдаваться в подробности, то есть в структуру вектора F, то что мы увидим? Прежде всего мы обнаружим, что структура вектора F включает в себя две составляющие. То, что идет на потребление, и то, что можно назвать инвестиционными продуктами.
Причем, если анализировать сами балансовые модели, то мы обнаружим, что кое-что из того, что относится к внутриотраслевому производственному потреблению при одной продолжительности производственного цикла, для которого мы составляем баланс, при изменении продолжительности этого производственного цикла уйдет в инвестиционные продукты. Ну, например, мы рассматриваем энергетическую отрасль на интервале 1 год. Идет строительство новой электростанции, которая будет занимать время, ну, допустим, 5 лет. Вот все, что идет под строительство этой электростанции, это инвестиционные продукты в составе вектора конечного потребления. Ну а теперь давайте представим, что мы рассматриваем то же самое, но на интервале 10 лет. Если эта электростанция построена, то это теперь уже внутриотраслевое потребление чего-то там. Это вот одна сторона вопроса. То есть производственное потребление мы можем разделить на две категории. Внутрициклическое, то есть то, что потребляется всеми отраслями в период рассматриваемого нами производственного цикла определенной длительности. И внешнециклическое, так называемые инвестиционные продукты. То, что потребляется сейчас, но производственная отдача от чего будет на последующих производственных циклах. Это один момент. Второй момент. Если мы некоторым образом распределяем инвестиционные продукты по отраслям, то тем самым мы оказываем воздействие на изменение пропорций валовых мощностей отраслей, то есть вектора х, на последующих производственных циклах. То есть распределение инвестиционных продуктов – это вектор управления. Ну и дальше вопрос. Вот исходные уравнения межотраслевых балансов. Они могут сказать, какой спектр валовых мощностей нам нужен для того, чтобы получить определенный заказанный вектор конечной продукции, в который входит и продукция конечного потребления, которая потребляется домашними хозяйствами и государством, и инвестиционные продукты, которые дадут отдачу на последующих производственных циклах. Ну, теперь опять вспомним товарища Сталина. Товарищ Сталин говорил, что залог успеха социалистической экономики – это примат производства, средств производства над продуктами потребления. То есть приоритетность инвестиционных продуктов, она выше на длительных интервалах времени, чем приоритетность конечного продукта. Но кроме этого, что мы должны производить средства производства в опережающем темпе или более высоком приоритете, мы должны заботиться об их обновлении. То есть, чтобы новые поколения средств производства обладали более высокой производственной отдачей, либо большим ресурсом техническим, большей надежностью, чем то, что мы имеем сейчас. И, в общем-то, скорость высвобождения производственных мощностей, основанных на старом оборудовании, это тоже один из показателей системы. Но в то же время и наличие старых мощностей – это определенные резервы мощности на случай каких-то экстренных ситуаций.
Вот. Тут такая сторона вопроса. Ну, а дальше встает вопрос, а откуда мы берем вот это вот? Ну, реальность такова, что с одной стороны это обусловлено нашим экономическим прошлым, то есть тем уровнем развития экономики, который есть, валовыми мощностями уже существующие. А с другой стороны, это есть реальные потребности общества, которые мы можем разделить на два класса. Демографически обусловленные потребности и деградационно-паразитические. Вот демографически обусловленные потребности предсказуемы на десятилетия, а в ряде случаев и на столетия вперед. Если они предсказуемы, то тогда мы можем вот их спрогнозировать и выстроить последовательность вот от одного цикла к другому циклу, какие потребности нам нужны. Деградационно-паразитические потребности в этой ситуации рассматриваются как собственные шумы системы и помехи извне, которые должны быть подавлены. Но мы не можем подавить их вот директивно-адресно, потому что культура и социальная психология, они обладают определенной инертностью. То есть задача обнуления спектра деградационно-паразитических потребностей, она не имеет чисто экономических решений. Но мы должны их учитывать отдельно, как дополнительную нагрузку на систему, как определенные издержки, связанные с этой системой. И, соответственно, мы можем строить последовательность межотраслевых балансов, которые вот будет вести в будущем к тому, что производственные наши мощности будут в состоянии гарантированно полностью удовлетворить демографически обусловленные потребности всех. Ну, кроме вот потребностей собственно населения, личностных, семейных, инфраструктурных, политика государства тоже включает в себя определенные потребности, которые должны быть обеспечены экономически. Это касается как и оборонной политики, содержания вооруженных сил, так и поддержания функциональности самих государственных структур и объектов, зданий, транспорта, обслуживающего деятельность государства. Кроме того, многие задачи, которые должны решать государства, больше никто действительно решить не может. Потому что вся экология это реально такова, что требуется государственная политика биосферно-экологического развития, которое требует своего экономического обеспечения и, соответственно, производства определенных видов продукции для работ именно в области очистки местности от загрязнений, формирования ландшафтов, ведения лесопосадок, водоохранных мероприятий, водоочистных мероприятий. Это тоже демографически обусловленные потребности, но они должны быть востребованы не анонимно обществом и не семьями кем-то, а это должно быть востребовано государством. То есть реальность такова, что вот балансовые модели позволяют описать экономическое прошлое. И необходимо научиться пользоваться ими для моделирования экономического будущего и, соответственно, планирования развития народного хозяйства так, чтобы оно было в состоянии гарантированно обеспечить
как потребности людей, так и потребности государства, как системы управления делами общественной в целом значимости на профессиональной основе. Вот, в общем-то, и все на сегодня, что я хотел сказать по поводу балансовых моделей, того, откуда и как они берутся. Ну а дальше мы займемся философией применения их к постановке и решению задач макроэкономического управления.